Здравствуйте, у меня в руках аккумуляторная дрель шуруповерт Штурм CD3010E. Основные технические характеристики инструмента. Надежный двигатель мощностью 800 Вт. Максимальный крутящий момент 11,5 ньютона-метр. Максимальное число оборотов 550 в минуту. Использовать такую дрель можно где угодно. Шуруповерт не привязан к сети и работает от современного литий-ионного аккумулятора. Это значит, что заряжать его можно в любой момент, не дожидаясь полной разрядки. Для более точной работы предусмотрена электронная регулировка скорости вращения. Хочу заметить, что менять сверла и биты очень просто и быстро. Оснастка легко фиксируется в быстрозажимном патроне. Менять направление вращения можно кнопкой реверса. Другие плюсы модели – блокировка пуска и подсветка для работы в слабо освещенном помещении. Для удобства использования производитель предусмотрел эргономичный дизайн. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, а небольшие габариты и малый вес делают работу неутомительной. К очевидным преимуществам можно отнести полностью металлические шестерни. Такой подход значительно увеличивает срок службы инструмента. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.